Это чья-то работа, делать так, чтобы мы белое видели черным. И я могу казаться черствым, если даже так, черт с ним. Я хочу узнать, кто сочиняет вам все эти речевки, под которые вы чокаетесь. И не спрашивая, о чем я. Здесь не надо быть ученым, чтобы понять каждый. Причем здесь каждый участвует, каждый причастен как-нибудь, потому что каждый целого часть. Я смотрю через балаклаву на этот мир и вижу трудную правду, драму о падении Бастилии, где сценаристы попросили не упоминать фамилии. По ТВ передача, хит-парад политических мачо. Проступает кумач на груди у романтика, снайпер оказался старательным. Все громче пламенные лозунги и слоганы, а под маской святош злобные гоблины. Словно бы и мало крови на глобусе, сколько еще выпьет это жлобское лобби. И что это между нами, что за волна завладела умами? Это что-то типа цунами, это как будто не мы, мы как будто в тумане. Уже запахло оружием, на асфальте бордовое кружево. Он был кому-то сыном, кому-то мужем, а кредиторы те же снова у кормушки. Напустили тумана.